Уважаемый Фарид Аухадулович, наша семья хочет выразить вам огромную благодарность за всю вашу работу, которую вы делаете в это непростое время. Ваши сотрудники, санатория Ливадия, весь обслуживающий персонал относились к нам очень душевно, с заботой, с пониманием. Мы понимали, что по прилету обязательно попадем в обсервацию. Улетая в Таиланд, мы, конечно, не знали, что такая ситуация по всему миру так быстро развернется. Но случаю волею судьбы мы попали именно в Казань и именно в ваш санаторий. В ночь с 16 на 17 апреля прилетел самолет в аэропорт. Все было организовано очень четко. Мы были доставлены в санаторий и распределили по комнатам нас тоже достаточно быстро, учитывая все наши пожелания. Очень много семей было с маленькими детьми. Они плакали, но персонал успокаивал, в первую очередь, конечно, распределял их, и они тоже остались довольны. Номера очень теплые, светлые, горячая вода, телевизор, где более 100 каналов. В принципе, даже уже нам не о чем было больше мечтать, когда, находясь более месяца за границей, мы не знали, когда мы улетим, где мы будем, как нам отнесутся люди. Но ваш персонал отнесся к нам очень хорошо. В первый же день у всех прилетевших были взяты пробы на анализ. И ежедневно, утром и вечером у нас измерялась температура, каждодневно проводилась влажная уборка персоналом и питание. Про питание хочу сказать отдельно. Вы знаете, мои родные сказали, здесь кормят намного вкуснее даже, чем готовишь ты. За неделю меню ни разу не повторилось. Оно было сбалансированное, очень вкусное, приготовлено с любовью. Огромное спасибо поварам и обслуживающему персоналу. Фарид Аухадулович, ну, низкий поклон до земли. Дай вам Бог здоровья всему персоналу. И мы мечтаем приехать в Ливадию для того, чтобы полностью оценить все возможности лечения, отдыха вашего санатория. Мира вам и здоровья!